Добрый вечер, коллеги. Я бы хотел сделать сегодня небольшой доклад, который является частью моего диссертационного исследования, которое я в этом и в следующем году буду завершать. Речь пойдет о Сибири в 18 веке и, как уже было сказано в заголовке, действительно о преимущественно сибирских мусульманах, татарах, бухарцах в 1750-60-е годы. И, соответственно, вопросом взаимодействия между местными сообществами и региональными властями. Расширение территории России на юг и восток в XVI-XVIII веке является важным этапом формирования империи. А опыт взаимодействия региональных властей с представителями местных сообществ на присоединенных к российскому государству территориях, конечно, заслуживает продолжения изучения. Особое место в контексте этого опыта, конечно, занимают такие регионы, как Поволжье и Сибирь. Именно на этих территориях Московское царство выстраивало, а позднее и Российская империя, модели управления этническим и конфессиональным разнообразием. В ранней Российской империи и Поволжье, и Сибирь оставались регионами со своей спецификой управления. И вот в этой связи интересно обратиться к изучению того, как в послепетровской России 1740-60-е годы губернаторы таких центров, как Тобольск и Оренбург, устанавливали взаимодействие между собой, как регулировали и делили пограничные вопросы, касающиеся взаимоотношений с казахскими жузами, с местным нерусским населением в Приуралье и в юго-западной части Сибири. В решении каких пограничных вопросов, связанных с мусульманами названных регионов, губернские власти обращались в Сенат, а в каких урегулировали ситуацию на местах? Ну вот ответы на эти вопросы могут, в общем-то, приблизить нас к пониманию особенностей развития юго-восточного пограничья Российской империи как особой контактной зоны в целом. Ответить на данные вопросы можно, обратившись к изучению комплекса как опубликованных, так и неопубликованных источников. В данном докладе кратко я использовал преимущественно материалы законодательства, а также дело производства Сибирской губернской канцелярии, то есть местных органов и центральных органов власти, прежде всего Сената, материалы 248-го фонда. Кроме того, я, делая небольшие изыскания по этой теме, обратился к материалам Федора Ивановича Саймонова. Саймонов – это губернатор Сибири 1757-63 годах, фонд которого лично отложился в отделе письменных источников ГИМа, Государственного исторического музея. И вот материалы Саймонова и вообще богатейшие, собственно, коллекции ГИМа представляют очень большие возможности для исследователей России XVIII века. Итак, с начала XVIII века складываются особые основы региональной системы управления, известной как губернская система управления. И понятно, что на юго-востоке европейской части России крупнейшей административной единицей является Казанская губерния, о которой сегодня уже шла речь, из которых в 1744 году будет выделена Оренбургская губерния. Специалисты неоднократно обращали внимание, что юго-восток Российской империи и Поволжье, и в меньшей степени Западная Сибирь стали вот теми зонами взаимодействия русского и нерусского населения, в которых российское государство вырабатывало механизмы инкорпорации, да, этого населения в империю. Заметим, что при анализе подобного процесса, как существующей историографии, имеется существенная лакуна, которая заключается в том, что процессы инкорпорации вот этих иноэтнических и иноконфессиональных сообществ, адаптации их к империи и самой империи с реалиями, с которыми она столкнулась в названных регионах, как правило, рассматриваются изолированно друг от друга. Ну, сама Российская империя нередко описывается, выражаясь словами Алексея Ильича Миллера, как «колесо без обода», система, при которой периферии и управленцы связаны лишь с центром, практически не взаимодействуя между собой. Вместе с тем, подобное положение, конечно, нельзя назвать удовлетворительным, и мой основной аргумент заключается в том, что при оценке, в общем-то, при оценке исторической ситуации на юго-восточном пограничье России в этот период и политики центра по отношению к внутренним иноверцам, как можно обозначить башкир, татар, и к внешним, то есть казахам младшего, среднего жузов, бухарцам, необходимо учитывать взаимодействие двух вот этих центров – Тобольска-Оренбурга.
Рассмотрим конкретные примеры, где подобное взаимодействие выступает наиболее явственно и где, собственно, это взаимодействие влияет на конкретные решения, принимаемые в Петербурге. Ну, во-первых, темой для взаимодействия оренбургских и тобольских губернаторов, конечно, будут казахские младшие и средние жузы. Понятно, что младший, он ближе тяготеет к Оренбургу, а средний, в свою очередь, к Сибири и Тобольску. Причем, если ханы и султаны, первые из них будут административно, как сказано, да, подчинены Оренбургу, то в отношении второго, в отношении среднего жуза больше компетенции будет у сибирских властей. Ну, подробно сейчас на этом останавливаться не буду, просто кратенько отмечу, что на протяжении того периода, который мы видим, здесь есть очень интересная переписка, которая ведется между Тобольском и Оренбургом в частности. Во-вторых, важной сферой взаимодействия тобольских губернаторов и сибирских станут межконфессиональные отношения. Вот, например, в Тобольске была образована особая комиссия по татарам и бухарцам, о возникновении которой следует сказать отдельно. В 1750 году в Сибирской губернской канцелярии и в Тобольской духовной консистории разбирали ряд доносов крещенных и некрещенных татар друг на друга, и в это время назначенный в 1749 году на кафедру в Тобольске новый митрополит Сильвестр Гловацкий решил расширить, собственно, православную миссию за счет крещения мусульман. Мотив действий Сильвестра вопрос был дискуссионный, поскольку указ императрицы Елизаветы Петровны устанавливал, что обращение иноверцев должно носить добровольный характер. Вот. Отметим, что митрополит Сильвестр имел также опыт в новокрещенской конторе, которая действовала в Казани, и известны были и претензии к действиям митрополита Сильвестра. Согласно выявленным омской исследовательницей Анны Алексеевны Крих материалам, предпосылками к созданию такой вот комиссии о татарах и бухарцах стали события 1750 года, когда по судебному процессу было арестовано 10 тобольских юртовских татар, в том числе тобольский и дополнительно тобольский бухарец Абыс Нурла Сиитов, которого, как, ну вот, если процитировать документ, сказано, обвинили в поношении на святое душеспасительное крещение, ругательствах, хулы и поношении. Вот. А также обвинили в том, что он совратил в мусульманство новокрещенного татарина Измайлова. Соответственно, этого абыза сиита посадили под арест в доме митрополита Сильвестра и дальше после этого отправили в Москву, в канцелярию тайных разыскных дел. И вот арест одного из лидеров уммы, в общем-то, заставил мусульман Тобольска объединиться, обратиться сначала к сибирскому губернатору, но губернатор не оказал им, собственно говоря, никакой здесь поддержки. Тогда они обратились напрямую, собственно говоря, в Сенат. И вот дальше вокруг этого дела 1751-57 года. Дальше в 1951 году выходит указ о создании этой комиссии. И что вот здесь интересно обратить внимание, то что в 1751 году принимается также Сенатом решение о создании в Оренбурге комиссии об иноверцах для разбирательства духовных дел. То есть, в общем-то, ну, параллельно выстраивается в пограничных центрах, да, новые, соответственно, учреждения, которые должны, в общем-то, иметь схожие функции. Вот. Одновременно с этим, да, губернатором Оренбурга является Иван Иванович Неплюев, который играет не последнюю роль в разрешении вот этого спора, да, возникшего между, значит, в Тобольске, между местным правящим архиереем, да, и, соответственно, разбирательстве с ним, с одной стороны, и местными мусульманами. То есть, если верить, например, мемуарам Саймонова, сибирского губернатора, то в Оренбург отправляются татарские письма для перевода из-за подозрения в них содержащейся хулы на христианскую веру. То есть, мы видим взаимодействие, да, здесь вот по переводу документов, мы здесь видим взаимодействие, связанное, ну, с, значит, разбирательством, виновны ли те люди, да, на которых бы поступила жалоба и так далее. Вот.
И в данном случае очень интересна, опять-таки, позиция Ивана Ивановича Неплюева, да, который действовал в Оренбурге с позиции государственного прагматизма и опасался возможного влияния миссионерской деятельности, в частности, на позиции России в степном пограничье. Вот. И в этом споре как бы Сенат, который будет получать сообщения как из Тобольска, так и Оренбурга, он займет в конечном счете сторону Неплюева. Да? Вот. И, соответственно, тот, в свою очередь, имел смелость не согласиться с мнением Синода, который также высказывал свое представление, да, после обращения митрополита Сильвестра. И прямо Неплюев пишет: требования Синода исполнить невозможно, да, в Сенат пишет. Таким образом, непреклонная позиция Неплюева и в дальнейшем, как мне кажется, в том числе могла послужить одним из поводов для последующего снятия митрополита Сильвестра Гловацкого с Тобольской кафедры. Это, в общем-то, можно подтвердить также и тем, что идеи, изложенные оренбургским губернатором, легли практически слово в слово в основу указа Сената марта 1751 года. С назначением в 1757 году на должность сибирского губернатора Федора Ивановича Саймонова деятельность татарской комиссии фактически пошла на убыль и вскоре была прекращена. Вот. Сам Саймонов, в общем-то, признает, он есть документы и из сибирской канцелярии, есть документы и, собственно, его и личного происхождения, вот в том числе его дневник, который был издан сотрудниками Государственного исторического музея в 2014 году, он признает, что ну, дело было решить здесь сложно, потому что появляются некие значит, татарские письма, которые якобы наполнены ругательством христианской веры. Но, опять-таки, никаких оригинальных документов к делу архивному не прикладывается. Это исключительно ну, как бы перевод, сделанный, да, русскими канцеляристами. Вот, поэтому в данном случае ну, нет основания, в общем-то, сложно проверить на данный момент, были ли действительно вот эти самые, значит, какие-то, соответственно, оригинальные документы на тюрки, которые бы могли послужить реальным основанием для, значит, в том числе задержания мусульман в Тобольске. Вот. Резюмируя, можно таким образом сказать, что есть основания предполагать, что деятельность именно Саймонова и отрицательная оценка им эффективности татарской комиссии, растрата, в общем-то, этой комиссии 7 тысяч рублей за короткий срок, там практически 7 лет, вместе и привели к смещению митрополита Сильвестра Гловацкого с Тобольской кафедры. Вот. И вот это взаимодействие, которое можно проследить как раз-таки, да, позволяет в том числе частично согласиться с мнением Анны Алексеевны Крих, омской исследовательницы, которая считает, что решающую роль в отказе от попыток православной миссии среди мусульман Сибири стали совместные усилия в это время территориальных общин мусульман с целью давления на региональные и центральные власти. То есть Анна Алексеевна отмечает, что осознание татарской элиты и Тобольской расстановки сил между Османской империей и Российской привели к сознательному распространению слух, что османы вступятся. Но, на мой взгляд, все-таки вот успех в данном случае какой-то мусульман в том отношении, что, в общем-то, миссия на них более не распространялась, да, и то, что светская власть, собственно говоря, встала на их сторону, более связан скорее именно с вот, взаимодействием, да, которое было между губернаторами Оренбурга и Сибири. И таким образом вот именно позиция светской власти оказалась решающей, да, в конечном счете. Таким образом, подводя итог всему своему докладу, я хотел сделать вывод, что, говоря шире, руководители российских губерний с наибольшей на тот момент численностью мусульман в Российской империи, да, собственно, Казанской, позднее Оренбургской, да, соответственно, и Сибирской, в это время поддерживали тесный контакт, вырабатывая свою общую позицию по отношению к
попыткам православной миссии среди татар-башкир и бухарцев, то есть выходцев из Средней Азии. И это оказывало в этот период времени, 40-е, 60-е годы, на, ну, как бы на влияние на решения, принимаемые в центре в Петербурге. Вот. Да, спасибо большое.